Доброго времени суток, друзья! Перед нами OnePlus Nord SE 5G, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном девайсе включить или выключить водяной знак в камере. Для этого мы в правом верхнем углу нажимаем на шестеренку и видим пункт «Водяной знак Shot on OnePlus». Можем его включить здесь или выключить, а также можем настроить свой персональный водяной знак. Больше видео о данном устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.